привет, Аланя. Осень у нас, осень. Мы в Первоплатину. Как дела? Нормально. Так, Илья, что новенького есть? У нас сейчас Ромка новенькая. Вот примерно сейчас покажу, которая пришла новенькая. Вот эта модель, которая у меня была в прошлом видео. Сейчас покажу тебе. Разные цвета, да? Да, разные цвета. Четыре цвета есть. Ага. Но у меня была сейчас, подожди, тебе эта модель, да? Вот это, да. Сейчас расскажем, что ну, это. Ну, минус-плюс вот. Подожди, это астраган или нет? Да, это астраган. Ну, внутри вот такой материал. Двухсторонний. Это вот там находится замок, да, который, когда машина сидит, удобно будет. Это вот доп, как примерно, ну, не попа закрывает примерно. Угу. А вот это, который сейчас новенько, ну, сейчас уже зима. Вот мы уже сделали, который длинный. Ага, это длиннее, да, получается. И вот это без замок вот тут, угу, тоже угу. Двухсторонний ромка. Вот это на примерно попа закрывает. Угу. С виду это, почти одинаковые, да, но разные. Это разный свет, Ромка. Могу сказать тебе, вот баклажан свет есть, угу, который красиво. Именно эта модель. Вот баклажан свет. Прикольный цвет. Да, это тоже новый свет. И еще вот тут есть где коричневый свет. Вот ага, коричневый. Еще коричневый свет есть, Ромка. Вот. Ромка рокер, да, значит, да. Торговаться можно. Да, будет дешевле, вот друзья, да, честно. Вот вы знаете, астраган есть три качества, угу, которые, как я могу тебе объяснить, ну, примерно, да? Астраган есть три качества, которые, ну, примерно минус-плюс год, которые два года. Всего год, лишь, да? Ага, и которые еще старше. И цена, соответственно, да, тоже. Да, конечно. Может. Который самый маленький, это цена всегда дороже, потому что мех очень мягкий, называют, mm-hmm, да. И когда вода, дождь, это откол, как ага, по-русски ага. говорит, вода никогда не будет мокрая. Я понял. По-русски как называют? Ну, вода отталкивающая, вода, да, непроницаемая. Да, да, вот. Это же двусторонняя. Это называют oversize, Ромка. Это МК, это получается МК, это вот это примерно, это МК. А воротник это кто? Вот. Это воротник, это Рекс. Да. Брат кролик. Мама бобер, папа, как у нас говорит папа, шинчилла, как микс. Ромка, это вот это МК. Ага. Вот МК, если был такой размер, значит 7XL, ты знаешь какой? А, ну да. У меня до 7XL до есть. До 7XL, это... любой размер. Кто, да, приезжает, сентябрь, октябрь. Это любой размер есть. Вот еще черный есть такая. Еще баклажан свет есть, Ромка. Угу. Теперь хочу тебе показать вот, ну, минус-плюс вот астраган, которую я, ну, этом году я очень хорошо, Ромка, это продал. Вот это, вот видел? Тут на до бедра. Тут ходится притально, а потом это вниз, вот получается как юбка. Понял. Это вообще такой, Ромка, прошлый году. А воротник? Это воротник, это соболь. Соболь. Да, натуральный соболь. Воротник дорогой, да, я уже разбираюсь. Да. Это сейчас, помнишь, в прошлом году у меня была манекен на улице, да, черный. Да, 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 черный. Черный, кожная, ага, кожная куртка, а теперь мне сделают астраган. Астраган, да, очень интересная модель. Тоже очень хорошо, Ромка, это очень популярная модель. Второй этаж у нас, друзья, ссылочка всплывет в конце, мы сейчас пойдем больше на первый. Второй мы показывали подробно вот совсем недавно. Давай покажем вот такую, в этом году я классно очень... Классно она выглядит. Да. Я очень хорошо продал, Ромка. И цвет вот этот подходит, да, ей именно. Да, тоже красивый цвет. Это тоже астраган. Тут отстегиваются они, да, полностью, да? Да, конечно, конечно. И замок, вот смотри, какой, пожалуйста. Мощный, который самый стильный. Да, там стильно. Это без этой замки так не смотрит. Mm-hmm. Давайте, да, сюда, да, поставим, да, другой, да, замок, но это свет, стильно только выглядит. Это замок, Ромка, mm-hmm, подходит. Ну, такой, Ромка, у меня разный цвет есть. Вот есть, который черный, как розово, uh-huh, и еще есть, который пудра свет. Пудра. Да. Тоже прикольно. Только это не двухсторонний, Ромка. Uh-huh. Это одну сторону, вот эта модель. Uh-huh. Это не двухсторонний. Вот, Ромка. Вот такой это называется вот, который нова лама, вот, uh-huh, тут воротник, вот как же соболь, вот, и тут вот ведет такой новый материал, это лама. Такой мне, это свет, Ромка, там новый свет, вот это, ну размер вот мне все стоит, МК до 8XL, вот, тут uh-huh, это все одинаково, разный размер. Uh-huh. Примерно вот, Ромка, песочком у нас таким. Да, вот это, который вот сейчас. Я другое видео, каждое видео мне это покажет. Вот это сейчас одно осталось. Я уже заказ. Питон, ну, норка. И лама. Во. Вот сейчас мне только одну штуку осталось. Ну, это будут было... они, да? Да, конечно, угу, через 3 дня будут. Вот только одно осталось. И даже вот вместе пустое. То есть их хорошо. Да, это я очень хорошо, очень хорошо продаю. Потому что это очень практично, понимаешь? Mm-hmm. Когда одеваешь модная, и сразу едешь на улицу. Модная, стильная, красивая, да, конечно. И вот, Ромка, могу показать вот такую модель. Тоже красивая, вот лама. Угу. Белый лама, и тут находится питон,
норка, канадский норка, и тут это лама. Размер у меня М-ка до 4XL, угу. Готовый есть. А когда больше размер, ты знаешь, мы всегда заказ, когда побольше размер. Вот тут, тут находится разный цвет. Вот один, еще два. Это разный цвет. Именно эта модель. И хочу показать тебе еще очень красивая. Вот. Это одинаковая модель Ромка. Вот это на капюшоном. Угу. Тоже вот PCS, лама и питон. Эта модель тоже красивая. И вот это похоже, вот это есть еще одно, просто белый. Ну, кто любишь еще короткий, конечно, вот. Вот, это просто белый. Просто лама и писис. Тоже вот это красивая ромка. Я очень быстро продаю, только это тоже одно осталось, вот это. Я уже заказ, но скоро все размеры будут. Вот сейчас, Рома, ромка самая хорошая, вот, которую я в этом году продал. Именно твои клиенты. Может, все нам YouTube сейчас смотрит. Вот Шанель. Это лама. Вот воротник, это писис, одну штук, которую, ну, они продают иногда вот, ну, кусочка, понимаешь, у нее вот полностью, одну штук, да, это можно, снимается. Да, это можно, если тут пуговицы, вот тут, можно это снимается. Угу. Классно. Вот тут есть у нас разные, которые, длинный модель, вот есть, вот новый материал, вот, 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 но это все новый материал. Это тоже двухстранный, вот, тоже красивый. И это, конечно, это моя бомба модель Ромка. Каждый год вот это я уже 2 года очень хорошо продаешь. Это называют бомба модель. Mm-hmm. Вот это. Ну, сегодня твой клиент 2 была у меня. Ну, слава богу, я оба продал. Оба куртка. Вот. Которую другое видео, одно видео твой клиент мне попросили вот, вот эту модель. Сейчас завтра я ее буду ответ. Вот, вот эта модель, видно? Вот. Mm-hmm. Такой у меня есть вот черный и зеленый, и пудра, и синий. А любой модель мы можем, любой цвет мы можем заказ и размер. Но в течение 3-4 дня будут готовы, потому что они вот это сделают на свет, накрашено свет. Поэтому надо подождать, это надо еще минимум 3-4 дня. Вот это надо. Вот который я тебе показал, лама там, вот это как бейби. Вот. Красиво. Вот, тоже красивый свет, вот Ромка, вот это. Еще сейчас тебе покажу примерно вот это волк. Да, это называют волк. И это тоже, как же твои двухстранные. Одну сторону вот волк. Прикольно. Сейчас открываем. Да, настоящая волчица. Да, настоящая натуральная. Да. Вот одну сторону вот кожно, лазер работает, да. А другую сторону вот волк, натуральная, да. Такой точно ни у кого нет. Да, нет, это нет. Вообще кто это возьмет, ее город будет только один. Вот эту ромку, обещаю. Угу. За это я могу спорить. Ничего себе. Да. И вот тут резко разные вот длины. Кто хочешь длинный пуховик, вот лама из пуховик. Вот это тоже есть. Вот разный цвет ромка есть. Вот тут есть черный стоит. Вот тоже красивая модель. Это тоже в этом году я очень много продал эту ромка. И теперь пойдем на вниз. Пойдем. Покажу, где на... Мы хотели здесь пару курток показать, пару невозможно. Тут столько всего интересного. Идем вниз, там тоже много всего. Эксклюзив товар. Которую я сводно, мне было 2, одну манекен стоял, я уже одну продал, вот это сводно. Только одну штуку осталось. Нашелся покупатель, да. На корову. Да, это я уже одну продал, уже вот это одну осталось. И вот, Ромка, вот каждое видео мы покажем, конечно, вот который хорошая модель, правда. Я это очень хорошо продаю, Ромка, которую называют Fendi. Это кожа, это перчатки кожи. Эта кожа очень хорошо. Очень вот, нежная, да. Мягкая, да. Вообще бомба. Очень мягкий, вот это называют вот двухстранный. Сейчас покажу просто, как вешалки тоже стоят. Оп. Да. Эта ромка очень хорошая модель, вот. Извини. Вот, другая, да. Совсем, да. Получилась. Во всем другой, вот. Такой же или это, да. Уже не кожа? Это, тоже... это не кожа. Это не кожа, да. Это, ага. Вот. Когда дождь в ту сторону, да, лучше. Да, конечно, там. Это очень практично, вот. Ну, это тут сюда оставлю, вот так. Прикольно. И такой капюшон у меня есть, еще длинный ромка, вот. Это тоже двухстранный, длинная. Это другой цвет, да. Там разный цвет есть, вот черный, красный и это вот все. Такой зеленый цвет есть. И ромка, давай тут покажем, вот. Вот эта модель, сейчас у меня черный и белый цвет будут. Ага, да, ага. Уже потому что конце сезон, сейчас люди много мне попросит. Белая будет, да, роскошная. Да, черный и белый, вот. Это вот крашено, вот. Это называют... Черная бурка, вот, крашена. Uh-huh. А такой мне еще будут без крашена. И вот, Ромка, сейчас я покажу вот примерно эту модель, вот.
Я покажу сейчас антик модель. Вот. Это во всем антик. Это называется косуха. Мы сможем эту модель, вот, это свет, вот примерно, да? Тебе одну покажу. Вот мы сможем этот свет, этой модели сделать. То есть будет длинная она? Да, длинный. Угу. И люди, если люди мне говорят, Ильяс, я хочу эту модель примерно, этот свет, эта модель. Такое, тоже да, возможно. Можно, мы можем этот свет, мы можем любую модель, мы можем угу, за курточку. Через два дня будет готова ромка. Любой модель. Вот тут висит, который вот косуха примерно, да? Вот. Интересно, она как из крокодила. Да, это на лазер работает. Классная. Тоже красивая. Вот. И тут выбор ромка много. Вот там есть, смотри, сколько, вот 10 цвет да. есть. У меня 10 моделей есть на косуха. Это все разные модели. И разный цвет. Вот. Это еще вот карман другой. Мы можем эту модель, мы можем этот цвет тоже сделать. Это цвет тоже красивый. Но любой модель, любой цвет мы можем сразу заказ ромка, который вот за течение 2 дня мы можем заказ. Примерно вот. Иногда женщина говорит, я хочу косуха. И вот называет вот джумбо, антилоп кожу. Вот это ягненок. Вот. Ягненок стоит тут, качество очень мягкий. Это антилоп. Это дешевле, это дороже? Да, конечно. Ну как же iPhone 12, iPhone 15. Ну надо сравнить, если как качество, да? Вот ромка еще вот тут стоит вот капюшон во всю модель. Еще которая интересная модель, хочу тебе показать. Вот тут есть... Примерно, Ромка, сейчас тебе покажу. Вот эта модель, которую сейчас твой клиент мне в WhatsApp спросили. Вот, я ее сейчас покажу. Вот эта модель есть. Еще такой, мне вот одну длиннее есть, Ромка. Очень вот. Классно, да. Я одну короткую, одну длиннее, да. Вот, стоит, да. И она мне попросили 54 размер. Ну, 54 размер есть. Я ее завтра позвоню и буду открыть. Буду. Вот такой модель, которая вот тут, это шерсти. Алпака, да. Который не просто обычно они шьют текстиль. Это шерсть и алпака. Вот очень мягкий, видел, да? Вот, да. Это тоже красиво. Любой размер такой тоже ромка есть. И вот тут есть мне как зимний коллекцион. Вот тут зимний. Примерно вот длинный есть, в длине алпака есть. Вот. Который. Размер такой, любой размер, это тоже есть, который готово. И вот тут есть, стоит ромка косуха. Вот. Я другое видео помнишь, я тебе тоже показал. Вот примерно. Это называют астраган. Вот это есть с капюшоном. Может, там есть пуговицы. Может, капюшон, может, вот снимать. Эта модель мы можем, 4 цвет мы можем сделать. Черный, вот, который примерно синий. Это цвет. Еще вот зеленый. Это английский воротник называется. Вот такой модель. Я тоже в этом году хорошо продал, Ромка. У меня 5 цвет есть такой модель. Это тоже вот двухстранный, вот который буквы пишут, да. Это тоже двухстранный, тоже красивый. У меня такой 5 цвет есть, Ромка, вот это. И вот хочу, вот, я, может, кого не видел, вот эта модель, Ромка, хорошая, вот. Хорошую мы продаем, вот, который тоже двухстранный, кожа. Вот, одну сторону вот так кожа. Стоит. Сейчас я просто, такая, да, очень, кожа очень хорошая, Ромка. Эта кожа очень мягкая, вот. И так стоит вот. Сейчас вешалку поставлю. Тоже вам очень хорошо модель, вот это правда. Все, вот так стоит. Тоже необычно, да? Вот. Угу, угу. Там разный модель и разный цвет, тоже вот это тоже ромка есть. И вот ромка тут стоит примерно, которую вот я очень в этом году очень быстро вот это я продаю. Который короткий, называет вот Балман, который Европен, Россия, это очень популярное вот имя. И вот сзади тоже пишут, конечно, вот имя, Балман. Это называется вот Лама, Писес и Пох. Внутри есть Пох, очень мягкий. Это сейчас, ну, уже скоро у нас начинается зима, конечно. И вот, Ромка, мужской модель тут тоже есть. Сейчас покажу тебе пару моделей, вот мужской. Вот примерно вот этот, да? Вот. Это самое хорошее, вот, которое новенькое. Сейчас я этому видео покажу, которое у нас есть, который на бренде. Примерно это вот, работает на Prada, вот на мужской, тоже красивая, тоже лазер работает. Примерно это вот Стефани Рочи, вот который на лазер работает, это только мужской бренд. Мне бренд Ромка через Prada до 10 сентября, мне еще 8-9 модель, мне мужской будут, на только бренд. И вот, который вот сейчас покажу еще одну, вот это. Это который ты знаешь, это который двухстранный.
который кожа. Угу, угу. Ну, в конце сезона буду, одно будут подарок тебе будут делать. Да, классно. Это ты будешь носить, мне будешь реклам делать. Ну, Аланья везде. Ну, Аланья погода, ты знаешь, это очень хорошо, ты можешь носить. Да, это носить, для дождей, для всего. Да. И сейчас вот другую сторону тоже покажу, может, кто не увидит. С одной стороны как замш, а с другой как кожа. Да. Тоже вам очень прикольная модель вот. Вот так стоит. Угу. На другую сторону. Тоже красиво, вот кожаная. Да. Очень практично, Ромка. И вот такой есть еще. Вот примерно. Тонкая, такой зели. Это зели называется. Такая у меня есть уже. Да. Зели называется вот трюски фирма. Вот. Тебе тоже такая есть. Да, ты довольна, да? Хожу, да. Да. Вот примерно есть такой модель еще Левитон, который кто хочет просто бренда, вот Левитон. Угу. На первые вот стороны на кроко. Угу. На работу, а другой сзади вот это именно вот просто вот кожа, антилоп кожа. Это не просто ягнёнок кожа, это антилоп кожа. Потому что бренды товар, они шьют, ну, хорошо качество. Ну, да. Ну, Ромка, это видео давай так сделаем короткий. А уже я короткий слышу. Не получится. Да. Друзья, автостанция Джима Пазары, пятничный базар. Но если сами не хотите добираться, за вами приедут. Да. Все в описании, контакты. Да, кто мне, у нас WhatsApp стоит, там два WhatsApp. Это оба WhatsApp. Но кто нам пишет, до Анталья мы клиент заберем и обратно привезем. Манавгат, Сиде, Окурджалар, Авсалар, Трюклер. Гази Паша, Махмутлар. Да, конечно. Мы клиент, когда нам пишут, мы заберем и привезем клиент обратно. У нас чай, кофе. Попить любое, что клиент интернет хотите, есть, можете посидеть, попить чай, посоветоваться, отправить фотки кому-то. В основном покупают иногда по две, по три, да? Потому да, что конечно, с одной, конечно. С одной лично, сложно уйти. Да, лично твой клиент сюда придет, ну, покупает товар. Они говорят, позвоню, даже кого не покупают, у нас, ты знаешь, у нас без обид, мы клиент обратно провожаем. Цены будут хорошие, они вас не отпустят без покупки. То есть они сделают такие цены, что вы просто не сможете не купить. Да, точно. Да. Так что спасибо, Ильяс, хорошей торговли. Спасибо. Все, увидимся, начинаем осень. Всем хороших покупок, хорошего отдыха. Пока.